во времени суток. Сейчас мы второй матч, вторую партию с Эльмаром, и Петя Андреев разыгрывает дебют. Первая партия была очень плотной, очень жесткой. А можно играть с Эльмаром, ребята. Да. И мы попробуем это доказать в нашей фирменной уже старой индике за черных. Заметили, у нас крейзи Посмотрим. базар. За белых мы играем в атакующие шахматы. Ну, как-то навалился сразу F4. Это нестандартный ход. Петю ничего не смущает. Есть такое. Думаю, может, D5. Подходит. Ну, теперь наш конь какой-то очень глупый. Да нет, конь не глупый. Слон G4 какой-то. Ну, мы можем разменять его, вот этого парня. На B3, да? Ну, да. Он не дает, видишь. Может быть, конь Опытный. B3, конь B6. Опытный шахматист. Так, ну мы идем в атаку. Ну, сейчас мы конь C5 и потом B4. А, да, вот все знает Альмар. Отошел коня специально. Ну, B4 все равно можно. Ну как хочешь. Твои ходы. А, ну, знаешь, я бы не, конечно, не хочется мне вскрывать линя. Ну, ты Почему она? Она можешь. же наша. А, мы зеваем. Так, ладью нельзя взять? Ну, можно, но на 8 у нас возьмут. Ну ладно, без качества. Может, поймаем как-нибудь эту Ну, подругу? ладью верни на место. А, можно попробовать половить, конечно. Блин. Ну, Кирилл, ну надо играть. Сказал ладью, верни на место. Ну, давай конь А6 попробуем половить. Браво уже не получается. Нет, стоп. Ладно, играешь. А, там конь G4. Нормально все. Если ферзь один, то... Опаньки. Конь G4, давай. Подловили мы, мне кажется, его немножко. Вперед. Грозим ферзь B6 и ферзь B7. Да, это я вижу. Если он отойдет не туда. Вырубать нужно этого парня. E3. Надеюсь, получится качество отыграть. Вернуть, не отобрать. Отыграть, да. Да. Хочет так Так, заняться. стоп. Если мы съели, съели и ферзь B6. Напали на коня и грозим ферзь B7. По-моему, нет там тактических ударов. Ну да, давай так играть. На C6 у нас не подвисает. Ферзь B6. Так, ну. Конь E3 еще есть. Ой, смотри. Сейчас же удар на C8, Не, блин, это на не страшно. G4. Конь E3 есть. Двойной удар. Да. Вперед. Попробуем мы два качества даже съесть. А, Шах. шаг, блин, черт. Так, ладно. Может быть так? Пока. Нет, вот так. Пешка будет есть. Да ладно, надо. Хотя... 2.38 Ну ладно, пешка. давай, 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 да. Давай думать. Ну все, давай D5. Петя просто гениален. Потом было E5, вообще не знаю. Да, блин, ферзь B3, ну как так? Ну, блин, элементарщина. Конь теряется. Не, ну конь отходит. На G4. Не вздумай отдавать своего коня. Ну, на G4 я отошел. Да. Блин, хоть погнали за двумя качествами. Ну, на F6. Да. Больше нет вариантов. Вот так вот, Заодно. дети, погоните за двумя качествами, ни одного не сидите. Да, на D5 теперь нас подвисает. Ну что, отъедаем качеством? Кидаем старушку, да. Да что интересно. В любом случае, защищаем мы на C6, ребята. Старушка наша, все. И Петя ходы, я вот Ладья проиграл. Кулиева на 8 поймалась. Ну, Петя, твои ходы. Да, конь у нас на Нормально, 6. конь через C5 будет, монстр. Конь C5. Ну, висит же конь. Ну и что, конь C5, на ферзя напали. Так он съест на B4, ему без двух. Конь D3, конь D3, там будет конь D3, двойной удар. В смысле? Ну, C2 он отойдет. Ну, съели качество. Ладно.
Я вот делал эти ходы, чтобы у Кирилла было хорошее настроение. И он потом в нужный момент собрался. Я себя отлично чувствую. Я даже сыграл на 3 хода больше, чем ты думал. Зачем? Что зачем? Зачем ты себя хорошо чувствуешь? Ладно. Так, все. Все отлично. Можно играть с Эльмаром? Да Можно. можно играть с Эльмаром. Мы играем с Эльмаром, видите? Так, ну отошли. Да блин, сейчас конь под удар попадает здесь. Ну и что, мы его куда-нибудь откинем? На Висит f5? на b4 и на f4, но он защищается вот так вот. Вертикально? Может c5? Ух ты. Как так? А что случилось? Ну опять мы чего-то. Да, ну конь крайне неприятный, но Нравится есть... мне, как ладья здесь стоит. Нравится? Нет, не нравится. Ну есть какой-то конь. Конь f6 даже есть. Может быть... А, да, защищает Эльмар. Ну можно побить на b4. Ничего же не грозит. Как? Съел ферзь четыре. Ну убегаем, мне кажется. Не, ферзь G4, там у нас нападение на коня нет, вот так. А, или конь C7, может? Как хочешь. Конь Быстрее C7. только, минута, у нас времени опять 5. Придется нам катать в эндшпиле. Вряд ли Мара даст. Да, коней надо на королевский фланг, там нечего делать. Сейчас ничем не грозим пока. Хотя грозим. Грозим взять на f5. Ну e6 грозим взять. Может конем? Да, конем, конем, конечно, конем. И теперь грозим на e6. Конь c7 грозим. Грозим съесть вот этого парня. А куда он дойдет, этот парень? g5. Тогда мы обратно ладьей. Да, ладья обратно. Блин, ферзь h5. Не надо... Ой. Надо было f4, на ферзь h5, ладья f4. А, Опять господи. спасаться. Теперь никак нельзя спастись. Если подымет, то все. Думаю, может быть, есть что-нибудь. Да нет. Качество отдать. Качество отдаем. Блин. Ладья f2. Ладья f2. Два хода назад просит. Ладья f2. Ладья f2, играй. Ну какой два Даст хода нам два назад? хода. Ну, блин. Ну а что делать? Давай. Интересно. Давай. Все, аплодируем. Два хода назад возвращает нам. Ну, это бред вообще, я считаю. Ну, мы проиграли. Так хоть шанс есть? Два хода Нет. назад. Ну что это бред? Ну, у нас дружеский матч. Ну и Ты что? же сам писал. Ну какой два хода назад? Ну, хочешь, сдайся. Ну, надо было играть в ладья f7. Скидывать Ну, ладья качество. f7, все, там безнадежно. Конь f7, король f7, ферзь h7, и конь еще теряется. Ну а что? Ну нужно хоть был хоть так играть. Ну, так игра хоть. Ну, конь c6. Ну конь c5. Да. Жаль. В любом случае запишем у Эльмара победу. Ну, да. Ну куда угодно уже, ставь его. Надо есть ферзем. Да, пешка идет. Ферзь f6, конь h4 есть такой план. Ладья f2. Ладья f2, конь h4 был такой план. Не знаю, что. Ну, да, зачем ты отдал пешку? Да, и какой... Так, там ферзь. Приходится отступить нам. c6 еще грозит. Да, безнадежно, даже так. Ну, играй. Да, проигрываем, к сожалению. В любом случае, мы проиграем. Так, ну на b8 как? Ну на b8 просто, наверное. Че ты так долго ходишь? Ты же занес ее, ставь, значит. Куда? Как играть? Ну блин, дай это мне тогда, если не знаешь, как играть. Что это за ход? Для чего? Ну ход, блин, ходи, надо, времени мало. Надеюсь, не срубим мой флаг, если будет играть Петя. А, зеваем мы на Е. Да, защитил.
Шар. А. Давай. Поражение. Да, всем спасибо. Всем спасибо. До новых встреч.